Ну, здорово, мужики, мы как бы тут в Дейзи сидим. Погромче. Голос-то бабий, Погромче, бабий блин. голос-то. Ладно, сейчас. Ладно, давай. Раз, два, три. Мы тут, блин, в Дейзи сидим! Это было громко? Отлично. Всем здорово! Да, всем всем привет. Да, Ваташ микрофон в рот засунул, чтобы сказать. Ну ладно, пойдем. А ты вообще ко мне извращуга Фу, пристаешь. коммунисты! Мы в стандартной комплектации, но с нами еще гость Влад. Ну да, Даглас. Влад. Некий Влад Даглас. Как это как на телешоу каких-нибудь гость. Гвоздь программы. Давайте его на барабанник купить. Ой, тебе вообще надо по кругу. Барабанщик херов. Окей. В общем, мы все просрали. И ты все просрал. Да, Миха всех взял, подорвал. Вы сможете за мной бежать? Да. Только если ты... Нет, Влад может, а... Ну я смогу, потому что я сытый говнюк. Дверь закрыть, дверь закрыть. Кто так закрыл? Я замкнул уже. А, ну окей, пошли. Так, если что, я опасен. Я пока так вижу немного. У нас опять ночная серия, ну так получается. Да. Все хотим дневную, что-то нихера не получается. Может мне яркости и гаммы добавить немного? Да не, ну... Не помогает же. А, точно. Забыл? Ой, Саня, я тебя вижу. Потому что я фонарик включу. О, Миха, нормально так бежишь с фонарями как раз. Хотя мы палимся сейчас. Я могу ну, а убрать. Что хотите? Не, уберите на всякий случай. Ну просто, блин, нас убьют нахер. Не, ну так потом Стаса не видно. Так ж нихера не видно так. А так я при сиди идет. Если кто-то так будет идти, вы точно запоздаешь. Так у нас же вроде в палатках что-то еще осталось в плане ночного. Так, стоп, видения. Я остановился, мне надо очиститься. Почиститься? Я промолчу. Окей. Ой, кто-то отстает. Кто? Ну, фапальщик. Кто-то в черном. Тут чего? Чего, что фонарем. Блин, Стасу мысли тоже уже про чего начали. А, блядь, мы уже, сука, помешались на чего. Не, чего даже не были в мыслях у нас. Стас, вообще. Когда где? Я вижу тебя. Я за тобой. Сзади, тебя попа еще вот я вижу, за вами бил. Заткнись. Ой, кролик. Нет. Кролик пробегал. Вот, Миха, если чё, отвечай на Стаса вопросы такого, вот я вижу, за вами бегу. Я твою или попу вижу. Я бегу. Ой, она встает, она блядь. Она светится у Сани белым. А при чем здесь моя, если я за Стасом бегу? Ну ты святой. А я с тобой бегу. Я что-то не верю, что ты за мной бежишь. Ты сзади посмотри. Вот я вижу. За вами бегу. Вот я вижу. Ой-ой-ой, ты, Саня. А что там дом светится изнутри? Ну, так надо. А что, мы снаружи светится? Ну, как бы кто-то там сидит, наверное. Ну, так это изнутри, наверное. А, ну... Мамка твоя. Ой, шутник! А, я знал, я старался, спасибо. Гляньте на него, дедуган сраный. Я не отстаю. Так, ой, Миха отстаёт, как... Стас просто в доту поиграл там. Научился. Ой, как Миха отстаёт. Да я вижу Саню. Так я же. У него штаны светятся. А. Это я. Это ты? Да. Это я, это ты? Че себе? Так я же баба, ты забыл? ФБР. Так а чё, баба должна штаны светиться белым, что ли? Да. Ты же мужик. Тоже баба жопа светится всегда. Ну да. Святая жопа. Нет, за Владом бежать, вот Михе повезло, за Владом бежит и фапает одновременно. Он же эти бидоны видит. А Саня за Стасом бежит и тоже фапает на фотографию тоже уже прям. Не, ну если Саня бьет, то конечно может быть. Фу, блять, как вы тогда могли подумать, блин, заткнитесь. Но известно то, что у Михи бородка. Бородка у петуха. На самом деле нет, это у меня бородка. О, впереди зомби, даже два. Всех бородка. Зачем нам зомби? Мы бежим просто... Да я понимаю, но смотри, чтобы они не отпиздили. Ты еще третьего обнаружил. Просто бежим. Ты их видел? Да. Да всех видели. Я уже всех успел увидеть. Но мало ли, вдруг они нас попробуют изнасиловать, выебать в рот. Если мы будем бежать просто и все. Они нас выебут, понимаешь? Как девочка хорошо светит. Ой, там этот электростанция атомная. Саня, а в стендалоне зомби же тоже не догонять не умеют, да? Умеют. Да не умеют. Да не, иногда даже перегонят, если что-то такое. Нет, ну именно чтоб вот тут, когда здесь, если бегаешь, допустим, постоянно, то они не могут тебя ударить. А да. Там могут? Там могут. Там могут ударить. То есть могут догонять.
Да, ну его догонить, перегонить, еще ударить. Какого хера ты меня догоняешь? Это я помню, как обновление на Dezzy Standalone выпустили, там топор вообще слабым стал. Да, да там вообще идиотская анимация, блядь, топором невозможно нихуя, блядь, сделать. Еще и, блядь, еще и снимать дамаг, я в шоке. Там где-то было, надо было 5 ударов, чтобы убить. Ну это временное сначала. Было обновление, потом. Да, временное. Потом... Я 20 ударов по зомби. Потом, это... потом дамаг подняли? Потом... А потом уже да. подняли с одного. Саня вас килд. Саня вас. Плотник, нет, опять плотник. Плотник. Плотник убили. Так, плотик, не плотник, а плотник. Не, это плотник. Это плотник. О, да. Бздул, Стасу бздул. Так, мы, конечно, рисковые парни, но сзади нас зомби. Это тут сейф зона. Все, кабеля на него. И что? Все, на зомби не за. Не... Все, зомби. А у нас он не пропал. Нас не догонят, блядь. О, колхоз, заходим колхоз. В колхоз. Саня, работай в колхозе. Ну я же за Влада. Саня, давайте, Влада. Кому там надо бабки берите сразу. Ну, где? Ну а что-то моя баба выдохлась. Давай, Стас. Саня, напиши этим, здорово. Как называют людей, которые постоянно обижаются? Ну, обидчики. Только нет, обидчики те, кто обидел. А те, кто обидел? Обидевшиеся. Грубиян. Ой, ну, потом ну, давай деньги скинь. Давайте, да, что тут. Таня, напиши. Да отвалите. Да отвалите, мы так не можем. Так я пометил же качество. Блять, ебали, напишите им. Шо? Короче, здорово обиженные. Напиши, здорово обиженные. Да че я должен писать, он лаз новый, ты не за это. Так я вообще новичок в этой системе. Я лучше лягу на всякий случай. Да, мы пришли подождите, обмениваться, на каждого, что ли? Блядь, да, ладно, отойдите, да ё-моё. Отойдите. Потому что я так не могу сейчас взять 10. Попросил, ну, каждому написать, по 10. Блядь. Так, мы пришли обмениваться, как я полагаю. Так, каждому по 10. Я взял. Давай. Взял? Миха, ты бери. Да, беру. Ты бери теперь. А Владу уж все равно не надо, он же по НВ все купит. Да, лучше, у него уже мне не надо, я как бы за вами наблюдаю и берегаю. О, коробок спичек нашел. Миха, иди покупай себе по НВ. Купи себе семки купи. Опять там в ночи шнырится, блин. И это магазин? Это не магазин, Влад, я просто забежал сюда. А. Какой магазин? Ну и фиг с тобой. Ты что, забыл, где покупали? Ну, вы при мне покупали лишь только в одной точке, я думал, что есть еще одна какая-нибудь. Нема там. Ой, Миха, я тебя вижу. Я хочу тебя застрелить. Зачем? Я в твою попу целюсь. Зачем? Фу. Потому что... Ногу целуй. Какую зачем? Ногу? Просто понимаешь, Мих, это так здорово тебя убивать. Блин. Ой, зомби! Это ж сейф-зона, а тут зомби гуляют. Они если нападать будут, то... Пропадут. Пропадут? О, вот, иди лучше к ёлке. Зачем? Просто. Нахер надо! Чтобы мы тебя быстрее так нашли, потому что ты сейчас отойдешь куда-то. Ух ты! Что я нашел? Что? Патроны какие-то. Ну, идти твою не найти, что он не хочет с ним проторговаться. Так, вот, вижу. О, ПНВ. Зашибись, а что он не хочет торговаться? А ты вообще не возле того торговца, Миха. Издеваешься? Вроде был тот. Это не тот торговец! Ты какого черта? Куда вы делись? Миха, вот сюда, где я стою. А как он поместился? Ой, вот этого торговца. Ой, бздуны, куда свалили? А что я с ним могу с ним торговаться-то? Чё-то... А, вот. Я в жопе. Что случилось? Влад, я говорю, иди к ёлке. Ну, конечно, ведь я, блядь, знаю, где эта сраная ёлка. Да, по-моему, видно, блин, даже когда видно. Мы не в старом соборе. Да, у меня тут кругом одна темная жопа. Влад, ты иди там, где был? И на елке нет. Нет, блин, какая елка? Я говорю, ты там, где и был? Да. Я в этом славном месте. А что ты не пошел с ними-то? Так, блин, я думал, что вы здесь будете, поэтому я засиделся. А, вот, блядь, где эта ебучая елка. Все, валю. А я уже убежал. А, во, привет, Стас. Я тебя вижу. А я нет. А вот. Здравствуй, сладенький. Бля. Не надо. Иди сюда. Блядь, не надо. Я тебя развлекаю. О, Хаммер.
Ух ты, это круто. Это не наш. Так, да кто нам мод даст? Вот бы его спиздить. Ой, пнёк тут сел. Чё надо, сука? Тан-тан-тан. Ух ты, ничего ж тебя тут внутри. Точно. Я сел. Слушай, тебя там сзади можно туда сесть, интересно? Да я не знаю. Надо попробовать, погоди. Рядом человек, прекратите езду или получите бан. Да, попробую. Не обращай внимания, Влад. Не обращай внимания. Задави мужика, не обращай. Народ, покупать мне канистру. Не знаю, но у меня две. На всякий случай стоит, я думаю. Ну я куплю. Ой, я кого-то вижу впереди. На одно место. Смотрите. Бумер. А, не бумер. Ну большой бумер. Уф. Черный бумер. Черный влаги. И прикиньте, сейчас. 90-е начались, 90-е разборки. Что такое? И прикинь, сейчас бы он врезался у нас бы так. И разборки бы начались. Как Влад, эта машина называется СУВ, которая ехала. Не, ну это я знаю. Просто так, в шутку. А тут ты знаешь, ты вроде не играл в DD? Да нет. Я просто... Не, когда я читал эту энциклопедию по стендалону, там, ну, там же интересовался, что интересного в моде есть. Там, я думал, машин вроде как бы нету. Ну, смотри, есть один ресурс, вики ресурс про DayZ, там и про стендалон, и про мод оригинальный. Ты я ебал, почитал. Что там делаешь? Купляю Саня дрочит. Сейчас канистру. Интересно, что будет, если врезаться в них? Ой, нахер. Так это людей тут сбивают, как бы, они летают вообще. Ой, что-то мы их как-то заволновали. Они уже знают просто, они просто уже знают. Мы тут уже, мы что-то местные эти. Тут местные развлекальщики вообще, блин. Ну что, давай. Можно выстрелить? Как бы завестись так, вум-вум, бля. Слушай, са-са-са, ты подъедь к ними, просто остановись прямо около них так. Да, не-не-не, я выхожу, на всякий случай. Ничего не будет, тут сейф зона. А тут, получается, стрелять нельзя? А тут тебя не... Ты год мод включен. Тут тебе бессмертие. Тут тупо, если на машине сбиваешь кого-нибудь, то он летит в воздух. Не, ну, а только вот тут. Где Саня? Так летал сильно. Ой, меня, кажется, убить хотят. Да они тут не могут убить. Не, ну понятно, но желание, это не отменяет желание. Ну да, они смотрят так. Просто Саня, блядь, ты же нам фапаешь. Иду к вам. Танцует. Ой. Что-то бред, это... нахуй отбеределся-то? Этот парень, кстати, да, ты на мента бред? Похож. Он на мента похож. Мент, сука, поганый, блядь. Саня, ты чё? А чё, тебе багажник же можно, сейчас сел. А мне что-то не получалось. Ой, Саня, блин. Там не получается что-то. Оружие на технике деактивировано. Ну садись уж давай, блин. Чё-то эти ребята мне не нравятся, они на меня так смотрели, как будто... Смотри, мне хочется в них резаться, очень хочется. Ой. Да давай. Ебитесь в жопу. Да блин, чё ж ты промахнулся-то, блин, ё-моё. Да я нормально врезался. Ё! Да не... Давай в человека. Да вот, да блин. Прям в них заехали. Ладно, всё. Да блин, сейчас пиздец. А где Влад, кстати? Так я вылез. Так он ничего не сделает. Он гудмон. На всякий случай. Влад, садись. А, ёб твою мать. Садись. Я сейчас сяду. В общем, нас ненавидят. Да нас тоже сервак ненавидит уже. Ебать, нас уже весь сервак, нас даже админ ненавидит. Тупо все нашу базу ищут, чтобы разгромить. Блин, ну тут самое плохо, что назад нельзя посмотреть, едут за тобой или нет. Можно. Ну там оконце маленькое. Как? Немножко. Нет, тогда нет. Можно, Влад, повернись вообще сюда, вот куда я повернул. Можно глянуть. А тут стекла же есть. Да нас же сейчас отпиздит просто. У него это в стеклах нихера не видно вообще. Ну вообще да. Ну это потому что, наверное, ночью, мне так кажется. В общем, Стас, быстро вали отсюда, пока нам пиздели не валили. Никакой миссии, кстати, нету еще даже. Че, нихера нет, завтра не это. Я думаю, нам лучше никого за нами нет. Пока нет. А давайте будем по крайней мере, со стороны елки. Но лучше быстро свалить, чтобы не было ничего. А вот как раз быстро валить, это вот как раз не вариант. Сейчас таки тупо выезжаем и стреляет и все. Вывод. Блять, назад. Вывод, блять, назад. Конечно, мы не заправили. Ай, блядь. А еще знаете, так у меня. А, нет, все нормально. Ну что, Саня, о том, о чем договаривались, отменяется, а? Че? О том, о чем договаривались, отменяется? Да. Ну все, Саня, понятно.
Ой, Сани, пидора. Как мы будем ждать дроп или что-то еще мы записывать, я думаю, не будем. Ну, блин, естественно, наверное, что тут? Как сидеть будем просто на месте. Вот я тоже. Даже я не вижу смысла это записывать. Блять, опять этот. Че, нас хотят убить? Ну, на этот раз. А, это другой суп, погнали. О, кстати, Стас, можно же бензин слить оттуда. А, кстати, колесо, колесо отвинтите, колесо отвинтите. А, точно, я сейчас... Давайте колесо. Я в этом не участвую. Колесо, Сань, давай. Мент, колесо откручивает, блин, сливать бензин. Нельзя. Да что ж такое-то? Нельзя. А, ой, тихо. Стас, можно же слить бензин с... Ну, сливай. А я не могу, у меня полная канистра. Ну... А, воу, Саня, не пугай. Значит, заливай нам и сливай у них. О, колесо нашел. О, колесо, да, кстати, возьму. Мы нашли. О, я что-то нашел. Что это бинты. Такое? А, не, бинты это говно. Я думал, это шоколадная конфета. Зашибись, я из машины не могу вылезть, что за бред? Это я сделал. Ой, блин. И где тут слить написано? А там написано на английском. Siphon fuel? Да. Ой! Стой, я нечаянно фак. Я нечаянно. Опа, тут машина стоит. Окей. Опа! Ну чё вы меня выпустите? Мне ничего не будет, я надеюсь. О, а что такое? Валяется, кстати. Я просто нечаянно выстрелил. А, у меня одна канистра только была, ну ладно. Но если... Не, ну... Но меня никто не убьёт, я надеюсь. Взяли меня, закрыли. А? Что-то кто у меня стреляет вообще? Надеюсь, меня никто не убьет сейчас. Нет, ты чё? Ну, админы не попрут? Не. Да, боже мой, вот. Ну, мало ли они... Если бы тут были админы, мы бы тут давно уже не были. Админы есть, но... Влад, давай садись, поехали. Да погодьте. Куда ехать-то? Тут давайте стоять уже. Ну тогда я пока записывать отменю. Не буду. Да. Так, куда вы в очередной раз слиняли? Все, А, вот. А то мне что-то игра вообще подвисла как-то и фиг знает вообще нам. Да все норм. Так у тебя же Shadow Play, у тебя же Shadow Play. Да что ты издеваешься? Саня, может ты мне напишешь? Что мне написать? Что мне тебе ответить? Окей, так и напишу. Ой-ой-ой, нас отпиздят. Ой, впереди что там? Блять, нам не туда, точно. Там зомби. Как он удачно зашел. Мы вчера в трейд-зоне сидели. Ну? Два чувака заехали. Ну? Блядь, Саня, ты мог нормально написать? Ну, они же, блядь, дауны, они придирают. Я не знаю, что там было, я же могу занять немного. Чё, что? Ты можешь нормально написать без ошибок? Ой. Он же, блядь, даун придирается ко всему. Придирка. Мы сидели вчера в старом соборе. Едет машина какая-то уваленная. Ну, мы начали ее толкать, наша машина на машине просто была. И они, короче, едут, они ничего сделать не могут. Сидят в машине и, короче, мы толкали их. Их кидает по всему этому. У нас скрины остались. И в итоге мы их машину затолкали, она застряла в этом. В заборе в деревянном. А зашибись, нормально. Миха, глянь, да. Сколько канистр в машине. Сейчас посмотрим. Эх, ничего себе, так это мы, блин, можем. Знаю. Бензиновое царство. Да, мы можем бензин продавать. Да. Барыга. Можем мы открыть, как там. Да где ты уже слышишь? ТЦ. Торговый центр, блин. А, ТЦ, о, я помню ТЦ. О! Помнишь, Стас, вчера ТЦ? Торговый центр, блин. ТЦ без торговый там. Центр цеха? Да. Торговый цех. А торговый цех? Это же какая-то проституция. Влад, а у тебя какой цех? Разборочный или... Или торговый? У меня этот комбинатовский цех. Торговый? Не, комбинационный. Миха, как... Это... Йо, у меня написано милиция! Да, ты мент. Где написано? Так у него на погончиках. На пиджаке написано милиция, сука! Ну, так ты же в ментовской форме. Миха, смотри на меня. Саня, мусор! Саня, мусор. Саня, у меня даже этот, головной убор тоже. Да вообще, блин, шапка такая прикольная. Сука! Ой, Саня, мусор. А я лысый или с волосами? Нет, с волосами. Ой. У тебя такое невозмутимое лицо, Сань. Ой, Влад, да ты что? А ты вообще девушка? Я сейчас тебя застрелю. Если ты на ходу выйдешь, ты сдохнешь. Ну вот, я буду ждать того мгновения, когда ты выйдешь, и я тебя подрявлю. Я тебе говорю как мент.
Да тебя сейчас Саня уложит и все. А, я тебя сейчас арестую, короче. Арестую до тебя. Орлевые игры. Там что-то впереди что-то. Че? Ой, машинка. Бывшая. Такая машинка, я такую машинку увидел, когда Каддафи свергали. Я там был. Так, дроп еще есть? Вау, это что такое за появилось такой новый значок? Какой значок? На Павлова посмотри, Стас. О, Павлова? Да. Ты, конечно, Нижегородская область, Павлова. Нижегородская. Фу, блядь. Как будто даун опять поставил. Икс Дракс, рок-н-ролл. Дракс почему-то неправильно написал. Да, кстати. Друкс. По-моему, у Влада карта. Кто-то, видимо, Михин фанат. Чего? Ага. Так Миха это фанат рок-н-ролла. Может на дропе найдем еще что-то нормальное, кстати. Хотя не факт. Блядь, дроп найди надо еще. У нас, короче, есть бородач, обычный. Есть у нас обычный выживший баба и Саня Электрик. Ой, я смотрю на свои погоны, ля. Ой, нашел чем гордиться. Полковник. Полковник. Ой, дверь кто-то там открыл. Ну ладно, всем насрать. В DC всегда не открыты, вот. Стендалоне все было по-другому. Там закрыто все. В стендалоне вообще все здания открываются, а тут не. Тут не все. Да, только в Сандалоне. Только в Сандалоне половина там пусто зданий вообще. Ну, заходишь и пусто. Чё мы в зоне? Так. В зоне смотрим. Миха, ты в какую сторону будешь смотреть? Я в свою, в эту, в правую. Так, и мне кажется, ли я с левой стороны что-то уже вижу. Далеко-далеко. Я смотрю. Ты смотришь в левый сектор, я в правый сектор. Подожди. Блин, я крайне невнимательный, так что вы меня не рассчитывайте. Я не могу понять, это дроп или зомбак? Ну зомби это ярко. А, это зомбак. Не, ну зомби это же ярко выраженное говно. Твой дерьмецо. Ой, чё-то слишком много говна стало. Ну где же. Блин, ну я вам хочу напомнить, что мы сейчас записываем. Да. Так. Ладно. Это Влад тут разошелся. Так. Это ты во всем виноват. Ты на меня дурно влияешь. Я женщина ранимая. Блин, по-идиотски расположен, я что-то найти трудно найти буду. Миха, ну что ты надел, а? Да что тут вообще на дорога? Так что-то не вижу. Миха, надо было нормальные дороги делать, а то. Так он в апокалипсисе живы дороги. Че, по грунтовке нормально едешь? Ну как видишь. Он вообще зашибенно едет. Как-то машина, кстати. Только тут места, к сожалению, меньше. И багажника жалко нету. Места меньше? Ну, там было... Тут, там было 100, а тут 50. Там, по-моему, что-то слева было. Там было 90... Там было 100, Стас, я помню. Чё слева было? Ты говорил 50. Там было 100... Там было 100, а тут 50. Мне не ездишь, там было 100. О, там что-то впереди. Да, где именно, Влад? А, это камень. Я пока столько камней вижу. А я тебя вижу. Тун-ду-дун-дун. Это как-то все печально. А ты что думал? Не, ну дроп же это дроп. Мне кажется, ничего не найдем. Так, сейчас гляну на карту. Дроп еще нет, есть. Дроп пока показывает еще есть. На дропе есть-то. Главное не нарваться на бандита в лесу. Но мы не нарвемся. А это боты или живые? Боты. Живые боты. Да боты там вообще жопа, они прям сразу стреляют, и ты мертв. Прут. Они будут. Ну, они будут прутся как похуй вообще. Андроид. Андроид, его андроид. Они просто стрелят, и ты сразу отбросит и все. Они. Отбросну? Они. Не, Миха. Они сначала стрелу тебе забьют. Жопу. Да как устрел сразу же, прям вот на месте. Уебут. Они тебя уебут. Мы приехали в зуб. В зуб? Чей зуб выпал? Взад. Приехали взад. Ой, ну, где же я? Ну где же она выстрела? Дроп-кик. Блять, я умудрился уже повредить колесо. Как так-то? У нас одно колесо есть. Обкустик. Сука, обкустик колесо, сука. Хаммера. Колесо. Так что, блин, не видно нихуя. Да ладно, с кем не бывает, чё парить.
Да. О, чьё-то царство. Там живет царь Влад. Я в таких домах не живу. Я живу в других местах, Миха. Да ладно, ты в хрущевке живешь. Ну да, это мое царство. Хрущевки. Ой, да ладно. Такая местность. Ты тоже далеко не ушел. Местность такая для дропа вообще, блин. Я в Брежневке. Ненормально. Какая нахер разница? Хватит нам политику. Да не, это не политика. Это политика, это чуть-чуть нашли. О, дроп. Где? Справа, да. О, вижу, ты сам вижу тоже. Отлично. Надо же, самый невнимательный. Кто-то впервые нашел. Да мы с тобой нашли. Оу. Так. Что тут у нас? Ну неплохо. Ой, йод, хаммер это. Мне кажется, ли хаммер скатывается? Ой, да ладно, скатывается. Куда он катится? Он реально скатывался. Чё так мало места в нем, я в шоке. Ой, сколько еды. Берем. И так было немного канистра еще больше стало. Помогай, Влад, перетаскивать тогда. Так, сейчас. Так, бинты. Так, вон антибиотики, это вообще так, надо. Каргочек. А, блин, не каргочек. Так, гир. А, вот как сдавать. Милостыню. Так, с места еще есть, я вижу. Вроде бы сдал. Два места. Все, хрэ в хаммер ложить. А, все? А, ну ладно. Да, все, хрэ. Так, у меня еще место осталось в этом в инвентаре, подойдите. Блять, напугали. Блять! Твою налево. Какого ебаного? Зашибись просто. Меня убили. Жив кто-то еще? Я жив, я бегу. Кто? Я убит. Хаммер-то там. Сука, ни хрена себе, чего они там? С пулеметом, блин. Зашибись. Вот поэтому я всегда говорил, то, что нужно кому-то оставаться в машине. Это было очень странно. Да, все сдохли. Я почему живу? Странно? Я жив! Да ладно. Но это я не ничего надавал, не понимаю, да? Я просто ползу, у меня нога сломана, по-моему. А, ну сейчас тебя добьют от кровотечения. Все, это кобздец. Прощай. Ну, экшон. Машины еще. А машина-то у меня, машина исчезла. Так я уехал. Столько всякого добра подохло. Еще подождите. Так ты далеко уехал. Ай, все, мне сейчас добивать будут, стреляют, нет! Миха добивает на запись прям. Зашибись, добили. А ты думал? А как тебя добили? Просто приехали. Я в общем бегу, убегают пули, они и убивают. Не повезло, я вовремя сел как-то. А у меня главное дело такое, загрузка какая-то пошла, потом я сразу так встал, побежал и все. И смерть. Не, я сейчас записываю, как бежать буду, не хочу. Сейчас еще где появится, интересно. Ну я буду записывать, так что. А ты записывай. Хотя. Не, ну хотя. Ох, ё, солнечный, вы чё. Хотя не буду, все. Все, я пока прекратила запись. Лети. Сука, давай. Там пулемет наверху, там пулемет. Пофиг. Давили. Это походу они нас убили, все нахуй. Мы еще будем преследовать. У них тачанка, это тачанка. Так они сейчас из зоны выйдут, а у них пулемет, а у нас нет пулемета. Ну вот. Я чувствую, нам сейчас пиздец станет. Все, не пусть. Продолжаем. Да, продолжаем. Уно дос. Попробуем съездить на дроп. Квадро. Сколько у нас канистр? Сейчас скажу. У нас 7 канистр. Симка? 7 канистр. Семка. Семка. Да не любит семки. Нет, я их не люблю. Ты любишь. Ты просто стесняешься. Тут дело в том, что на берегу почти конвой недалеко. На березе. Это пока очень пока мы плохо? Доедем, можем нарваться. Ну, можем нарваться не только на конвой, но на игроков, которые... На игроков понятно. Ой, значит, я первым отброшу коньки. Значит, это судьба.
Может остаться здесь жить в этой торговой зоне. Прям хаммер, прям хаммер. Тут выходить нельзя уже в торговой зоне. А тут есть можно. Можно. Пока деньги не торговой зоне забить, спокойно. Пока деньги не кончатся, можно жить. Никто здесь ничего сделать не может. Да. А кстати, было бы здорово, если здесь были ослы от разных выживших групп. Единственное, что вообще стрёмно, это ж нарваться на тех, кто был с пулеметом сейчас. Да, блин, от них не спасешься. Были бы в дизи лошади. На злом миху. Шмыга. Саня, шваль. Вы покинули безопасного Саню. Чё-то Миха замолчал. Миха что-то замолчал. Ой, блин, а чё, я не говорил микрофон, что ли? Ёп. Нет. Да. В общем, я говорил... Я вырубил микрофон, просто шмурыгал носом. Да я говорю, это как его зовут? Я говорил, было бы неплохо, если бы лошади были в дизи. Зачем? Ну просто. Ты чё, Walking Dead пересмотрел? Не, было бы неплохо так. Всем на лошадях бы. Не, Влад, я тебе открою страшную тайну, Миха еще и до сих пор не смотрел. Ах ты ж педрила жопная. Сука, блядь, а ну смотри, видные материалы, я сказал, сука, всем, блядь. Влад, ты обещал, что будешь смотреть, но ты иди. Я досмотрел до третьего, до третьей серии. Хуее, блядь. Шли года, Влад только посмотрел первую серию. Ну шо, я Walking Dead тоже там третья серия, до третьей где-то. Ой, пидарас. Там, в общем, мужик в танк залез и все. Ах ты, и все, это даже, по-моему, вообще все. Да, Миха, все, мужик этот умрет, это спойлеры. Умрет этот мужик. От спойлеров? Да, я сейчас буду, я сейчас буду Миху троллить и рассказывать ему. А ты в курсе? А ты в курсе, чему тут сейчас на запись? Да. Ну а какой смысл, если там, не знаю. Ну это же обычные посиделки. Да, со спойлерами. А, ну так вот, дорогие... А, так я же комикс, про комикс рассказываю, а не про сериал, так что это... Сгни. Да. А, ну в общем, Рик Граймс вместе с выжившей кучкой людей создает свой лагерь, все счастливы. И, конечно, и в конце Рик умирает от того, что Влад его убил. Не-не, у Рика появляется теперь нормальная рука, и они ведут домашнее хозяйство в Влад... виде... Влад ему прочим. Навалил. Вот навалил. Не. Навалил? Да, Влад ему навалил. Не-не-не, там Рик против Негана, это вообще было эпично. Фу, Влад, ну Негана все-таки в Хаммере. Ты прям здесь вот на кресло, вот и все. Да это Миха педрила. Так он вскапывает. Нажрались, понимаешь? Вскапывает? Я что, кошак, по-твоему? Коты обычно свое говно копают. Фу, блин, все, хватит. Не, нормально, купили Хаммер, нажрались, они тут еще и срут, блин. И скапывают. Плотника хватает. А вытирать кто будет? Такое ощущение... Такое ощущение, то что это мы, знаете, четверо друзей нажрались в говно и сели в Хаммер. Едем на падение вертолета. На смерть. Ну, вертолеты часто падают, так что. Он есть там еще? Да, есть. И звук как в Silent Hill. Да ты чего у Silent Hill издеваешься, что ли? Ну вот это пожёстче, скрежет... там пожёстче. Не, вот этот скрежет металла. Там. Так по второй части сначала было такое легкое, а потом ад. Там, блин, готовьтесь к тому, что Влад может удивиться всему, там, испугаться, например. Не, блин, паранойя, пиздец. А ты думал? Не, ну когда я играл в стендалон, я каждого пидораса подозревал. Даже Миху, который сзади хотел тебя застрелить за рис. А, стендалон блин, помнишь, добрый какой-то. Я помню, как мы с Михой обосрались нехило, когда Саню испал. А, я очень не убил, блин, топором. Я чуть Саню не застрелил, я промахнулся. Просто Саня, сука, заткнулся. Это все херня по сравнению с тем, как мы с Саней играли и шли через лес ночью. О-о-о. Там был ад? Расскажите. Нет, просто представляешь, вот ты играешь с 2012 года, например, да, в DayZ? Ну. Никогда такого не слышал, все уже, ну, выучил весь движок. Что, где, когда играет, как. И тут ты заходишь, уже через несколько лет вот играешь, там, с другом зашел. Знаешь, что где ожидать, уже привык, все. И тут какой-то заходишь в лес, перед тобой лес, такой темный. Ночью играли, ПНВ не было. Они бежали. И вот перед тобой лес, тебе надо будет его пройти. Ты заходишь, ну перед тем, как зайти в нем, какие звук такой, как будто кто-то плачет. Или ржет, я не знаю. И крик еще был, кстати. Ёбаный, брат. И не как с микрофоном, как будто вот кто-то вставил. Ну, я не знаю, но мы оба услышали, поэтому показаться, я думаю, вряд ли могу. И обосрались так нехило. И мы очень долго думали, идти через лес или нет, но побежали. Ну, вот именно тогда было реально страшно. Вот. Сейчас вряд ли будет страшно. Неожиданно не бывали. Ну не, почему? Кстати, вот в DayZ Standalone
Ну, я понял, что это так говно. Не, просто убедился. Поиграл вот мод. Так вот, было одно видео, где бегал, в общем, в ночное время парень с фонарем включенным. При этом у него была это как-то... На голове он надел мешок и включил на микрофоне страшную музыку. Он так людей пугал по ночам. На дроне? Да. То, что он вырубил там микрофон. Пакет можно на голову одевать? Да. Да. Мешок вот этот. Правда, не знаю, как он мог видеть. Но он просто шел, выглядел очень пугающе, и у него в руках был этот фонарь, вот газовая лампа. И он просто реально ходил и людей пугал. И предлагал им почитать книгу. Пустую. Там же да, и потом, кстати, когда если человек читает, он берет наушники и быстро надевает на читающего. И все. Куда хотел нам сказать? Сайт. Ну, появился опять торговый центр ЗОТ, я там написал в цех. Цех. Пусть побесится. Таня хочет секс-цех. О, да. В общем, мы типичные мужланы. Ну, ты вообще... Ты вообще баба. Да, баба, молчи. Ну, у меня баба с яйцами. Молчать, женщина, твое место возле меня. Я баба с яйцами. А я думал, возле параши. Гермафродит. Владислав Парашкин. Он Влад поклонник Кончиты Вурст просто. Кого? Кончиты Вурст. А, каждый, да, бородатая каждый баба. День, каждый день слушает ее. Каждый день бороду отращивает. А тут еще Миха бежал и бежал. Бежал и бежал. Бежал и бежал. Женщина с бородой. А, Мих, помнишь, женщина с бородой вышла из-под контроля? Нет. Конвой вообще что-то забыл. Так разнился. Ну, круто. Там, помнишь, пуп про не хочется думать? Ну ладно, потом ладно. Что-то я забыл. Ладно. Ладно. Со самой через шо будем ехать вообще. А ну, какие у нас еще страшные истории бывали в Дейзи? Ну, вижу. По берегу мы будем ехать. Сейчас мы с электро выезжаем. Ебало на ноль. Так. Ну, конвой... А, конвой вообще так разделился. Круто. У нас на пути есть конвой или нет? Ну, пока нет, только он в Березину собирается ехать один. Двое конвоя. Вообще, я не понимаю, куда они едут, они вообще разделились так жестко. Нет, есть кто-нибудь на дороге. Вот мы едем по дороге. Знаешь, какой? Там кто-то есть? Не, нету. Да не электрик есть. Влад, ты помнишь, что на Дулоне все это надо было бежать просто по этой дороге? И при этом хотелось пить, жрать, все вместе. Здесь болеть мог. Да я бы даже бегал в стендалоне, я бы бегал, я люблю вообще DZ только вот сейчас вэпач машины часто использую. Раньше не любил машину. Но в стендалоне вообще невозможно, блядь, пиздец говно. Я бы только по горам там шастал. В надежде скрыться. Да я там до замка до какого-то ходил там. А, видимо. Кстати, да, я до замка доходил, и при этом я ходил вот с винтовкой, полностью. Да, кстати, тоже винтовка там была какая-то. Винтовка обязательно топор был. Вот Мосин был крутой. Вот винтовка Мосина. Ну топор по большей части использовался, чтобы открыть консервы и зомби подбить. А, да-да-да, но при этом тебе 50% тушенки отлетают. А вы вспомните этот... Там, кстати, уже улучшители добавили, еще круче теперь. Моди. Как круто. Вот фу, у моди, в стендалоне добавили... Улучшители. Только офиг найдешь, наверное, да, там. Не, есть на военных базах там, типа. Ну там на военных базах там все люди сидят как раз. А, кстати, нет. Не-не-не, хочешь, я удивлю, Мих? Когда я прокачался, помню, очень сильно, я просто уже давно не играл в DayZ, я так зашел и решил зайти в этот аэропорт. Ну. И там засесть на крыше. У меня была мозинка с снайперским прицелом, я думал там кого-нибудь пострелять. Заходил на разные сервера, но никого нет в аэропорту. Да ладно. В самые людные заходил. Там всегда заходил. Все были. Не знаю, я просто сижу, жду и никого. Даже помню, что мы шли, там нас чуть не расстреляли там, блин. Я только одного помню нашел, и то выстрелил в него и припугнул. Чё, даже уже еще до солнечного доехали? Нет, надо будет как-нибудь снять, как я раньше любил этот, как его, по снайпере посидеть в электро или в черно. Давно я этого не делал, хочу вспомнить. Вот мы сейчас те времена. Вот мы сейчас едем, я вспоминаю, как мы это бежали все. Да. Во, кстати, вот вы именно вот в этом домике, вот именно в этом домике мы чуть Саню не застрелили.
Да, блин, Сань, ты тогда вообще не сказал, что это ты. А, то... я типа американец, такой... помнишь? А, так мы там общаски там засели, блин, ё-моё, я да, вспомнил. Да, просто мы шли, мы думали, что нас кто-то атакует. Ты, по-моему, на втором этаже сел, я там около двери стоял с топором, тупо, там хотел, если он выйдет, сразу топором махнуть. А ты там да. На вверх залез, чтобы стрельнуть. Я ещё хотел выстрелить, да. Чтобы вас спугнуть. Ой, зачем да, ты блин, выстрелил? Да, блин, мы бы тебя просто бы завалили тогда, если бы там я там вообще срались. Не, просто был случай, когда кто-то нас атаковал, мы с Михой просто были в режиме боевой готовки. Готовься. Потом перед нами стоит Саня, не грила сраная. Как чуть топором не долбанул по нему, блин. Я в него, я просто еще хорошо, что я промахнулся из-за того, что у меня руки тряслись. У тебя руки тряслись? Не, ну у персонажа именно. А. Мурсиняк. Не, ну блин, мышка трясти. Вот та самая заправка. Ой, блин, где все муки начинались. Ой, люди оглохли, люди, извините. А, это я помню. О, заводик. Мне всегда кажется, что ты хочешь... Ой, заводик, сколько здесь зомби было. Сколько мы здесь ходили. Да блин, тут столько всего. Особенно помню, помнишь эту мачете сраная, которая ни хрена не помогала? Скоро стройка будет. А вспомните, как был один спам, только Березин, это так бесило. Да, там эти портфели лежали эти, блин, все. Так что люди вообще часто спавнятся. Я помню, был еще один эпичный случай, говоря о стройке. Когда мы всей бандой пятером ходили на стройку, нас выстрелили. И я помню, мы все сразу легли, и у меня была винтовка, и потом бац, я ему в голову. Это было круто. Но правда, студа ранили очень сильно. А если в стендалон ранили, то там уже жопа. Не, сейчас самое хуже. Это когда в стендалоне ты бежишь под дождем, то... Ты начинаешь болеть. Так это давно вроде было. А, да. Зато стендалон единственное, как выглядит красиво. Ну да, это очень да. Красиво. И производительнее, кстати, чем это. Чем вот. Кстати, конвой подъезжает к Березину. Стендалон стал более производительнее. У меня стендалон, производительнее, чем мод. А у меня наоборот здесь производительность по максимуму. Ну не знаю. Не, ну мод, ой, стендалон красивый, конечно. Ну, да. В плане графона, особенно да. Там небо красиво, очень красиво. Вообще прям. Миха залюбовался, его застрелили, конец. Ну, там прям звезды такие. О, я понял, вот на этой дороге со мной встречался американец. Ты встречался с американцем? Много. О, там яблоки можно жрать было, там яблоки жрать можно было. А где? Да я помню, как... На деревьях. Это в стендалоне можно. Да, в стендалоне. В общем, когда я бежал в этот в Электрозаводск, или в другой город, я уже точно не вспомню, я наткнулся на американца, и он мне предлагал дробовик. Ничего себе, добрый. А, мы же эти консервы давали всем там, по-моему, консервы давали. Да, приправка уже появилась в торговце авиатехникой. То есть где? Берег его скилл. В этом. В Красноставе. Мне не нравится, как мы поедем туда. Ой, как-то даже трудно поверить, что здесь безлюдно. Вовремя, бля. Ну ладно, объезжать меня, значит. Ой! Это зомби. Зомби с пистолетом? Что, блядь? Да это не все так является. А в комиксе Walking Dead зомби уже с этими, с ножами. Это база? Ёхрена себе. Я думал, мы сейчас врежемся. Я колесо сломал. Блядь! Да господи! А у нас нет? Мы в жопе. Нам придется сейчас искать колесо, народ. Всё. У нас нет колеса? Нету. О, фак. Зашибись. У меня ж фонарик один. Что за долбанутый? Нам нужно искать колесо срочно. Да тут зомби же кругом. Блядь, ладно, так, погнали искать. Я беру топор. Стас, может лучше машину закроешь? Я закрыл уже. Давайте его. А, я выйти не могу, бля, я же взял топор. Олега, муха.